Петицию о снижении стоимости проезда в общественном транспорте за сутки подписали более 230 человек. Напомню, жители Красноярска попросили администрацию ввести такие льготы на период действия режима неблагоприятных метеоусловий, чтобы мотивировать людей ездить на автобусах и не пользоваться личными автомобилями. Авторы петиции предлагают уменьшить цену проезда для всех пассажиров или только для водителей при предъявлении прав. Компенсировать убытки перевозчикам по замыслу инициаторов должен или бюджет города, или предприятие, которое не снижает выбросы. Активисты приводят пример Ярославля, где после сильнейших снегопадов для водителей на один день сделали бесплатный проезд в автобусах. Чтобы оперативно убрать улицы, власти предложили ярославцам оставить машины и воспользоваться общественным транспортом. На такую просьбу откликнулись около 2000 человек. В целом, не только автомобилисты и жители города Ярославля отнеслись к данной инициативе очень положительно. То есть практически все остались довольны. На сегодняшний день город расчищен, никаких происшествий, чрезвычайной ситуации в городе нет. Общественный транспорт работает в штатном режиме, то есть совместными усилиями жителей города, автомобилистов, работников транспортных предприятий, подрядчиков, которые убирают город, созданы нормальные комфортные условия для функционирования города в условиях чрезвычайной ситуации.